Салют, друзья, меня зовут Андрей Грибов и вновь подобрал вам смешные видео из интернета. На сей раз будем обсуждать братьев наших меньших. Ну что, погнали! Что вы хотели? Гололед уже, минусовые температуры. Нужно как-то в шипованную резину, что ли, переобуваться. Хотя для собак это... Ну, как-то так, да. Меня больше радует максимально эмоциональное лицо этой собаки, которая очень удивилась, что подскользнулась. Ну, кстати, удивленное лицо у собаки будет и в следующем видео. Давайте посмотрим. Вот он, друзья, первый гибрид собаки и хомяка. Ну, правда, зачем ей столько морковки за щеками? Так, хорошо, собак-хомяк получилось. А что если попробовать смешивать собаки с другими животными? Свой среди чужих, чужой среди своих, но не меньше. Но если этих собак надо с кем-то смешивать, там, с хомяками, овцами, то следующих... Не нужно смешивать ни с кем. Прямо сейчас. Видео с корги. Серьезно, корги, швабра. Это как телемагазин на диване. Ну, типа, купите этот лот прямо сейчас. А если вы этого корги, швабру купите, то еще двоих получите в подарок. Ну, чтобы они друг друга на санках катали, как на следующем видео. Ну а, друзья, чтобы кататься на санках, не покупайте хаски, покупайте корги. И, кстати, если вы хотите участвовать в конкуре, не покупайте лошадь. Покупайте корги, у них тоже это неплохо получается. Гром гремит, земля трясется, корги к финишу несется. На этом все, друзья, я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения на ближайшую рабочую неделю. Ну и напоследок немножечко четвероногого осеннего настроения. Пау!